Друзья, знаете вот такой мультик? Нам помнится в вороне. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаки. Да, это очень прикольный пластилиновый мультик. Давайте поставим лайк все, кто его знает и кому он нравится. Но мы сегодня с Аришкой хотели поиграть в пластилиновую игру. И нашли, знаете, какую? Знаешь, какую? Мы нашли пластилиновую игру, которая называется 12 замков. Но оказалось, что не замков, а замков. Это пластилиновая комната, в которой мы должны будем разгадать какие-то загадки, чтобы куда-то попасть. Давайте разберемся, куда? Но в игре. Согласны? Давай. Хорошие девочки. С каналом. Папа. И дочки. Нажимаем для начала кнопочку. Кнопочку. Ух ты, привет, меня зовут пластилиновый... Чудик. Чудик. Привет, чудило. Чудило, приветик. Чудик. Ой, что-то происходит в моем животике. Реально что-то происходит. Он что-то хочет мне сказать? Так... Ага, кажется, мне нужно в туалет, ребята, ему нужно в туалет. Это была плохая идея, запереть дверь на все эти замки. Ребята, он запер все, дверь на все-все замки. Он реально чудик. Он чудик, зачем в туалет запирать дверь? Снаружи. Ладно, когда вы заходите внутрь, вы закрываете дверь. Это правильно, чтобы никто не ворвался. Но зачем снаружи-то было закрывать? В общем, логические задачи, чтобы нам попасть в туалет. Да. Ага, это я опять на паузу поставил. Ага, вот он я, вот он. Вот он, вот он я. Да, вот он я, вот он я. И вот тут тоже я. Ребята, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, нажмите, чтобы не пропускать новые видео. И поставьте лайк. Ну все, продолжайте смотреть. А это я. Пока-пока. Давай начнем. Откуда? Откуда? Давай с кошечки. С кошечки? Где кошечка? Вот, кошечка. Тут можно все трогать. Так, дальше пульт есть. Пульт. Пульт. Наверное, пульт. Включить телевизор. И из кошки выпадает ключик. Ариша, молодец. Ты правильно сказала, что надо было... Так, открыть мы дверь какую-то можем, да? И... Серый. Серый есть. Мы открыли серый замок. Отлично. О, а давай введем пароль. Где пароль? Вот он. Вот здесь вот пароль. Здесь какой-то пароль надо ввести. Еще. Так, а где же нам его найти? Нам надо найти где-то пароль. Пароль. Нету здесь пароля. Может, здесь в шкафу есть. 8563. 8563. Запомнила? Да. 8563. 85. Есть. 60. Есть. Открыли. Молодец. Давай 5. Молодец, Аришка, ты... Помогла. Смотри, тут какая-то химия. А знаешь, почему я засмотрелась? Что? Я засмотрелась на тот радужный замочек. Я очень люблю мультик радужный? Про пони, да. И очень люблю Rainbow Dash. Кто тоже любит такой же мультик и любит Rainbow Dash, поставьте лайки. Ты мне подсказку сделала. Радужный замочек. Радужный от слова какого идет? Rainbow Dash. Радуга. Радуга. Что значит радуга? Радуга — это то, что цветам. А какой ты стишок знаешь про радугу? Не знаю. Каждый. Каждый охотник. Подожди. Желает знать. Каждый. Это красный. Какой? Охотник. Каждый. Да, охотник. Это какой цвет? О. Оранжевый. Оранжевый. Так, дальше. Желает. Желтый. Ага, дальше. Знать зеленый. Ой, зеленый пропустил. Знать. Где? Где голубой? Голубой. Сидит синий. А? Фазан. Фиолетовый. Да. И что происходит? Ой. Вот, краник. Ага. Радужный круг. Как ты хотела. Отлично, радужные нашли. Там, парам-пам-пам. Так, что нам кружка дает? Мы ее просто берем. О, так, здесь что-то, какие-то штуки валяются. Закрыть двери. Шкафчики закрыты что-то. Ну-ка, если двери открыть, шкафчики открываются. Здесь что-то ничего не нажимается, Мишутка. Просто подскакивает. Ладно, шкафчик.
Пианинка. Пианинка. О! Подожди. Смотри. Видишь цвета? Да, белый, черный, белый и цифры, да? Угу. Давай попробуем нажать по порядку. Угу. Один. Пятая цифра. Раз, два, три, четыре. Пятая. Потом третья черная. Третья. Потом восьмая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмая. Дальше пятая. Раз, два, три, четыре, пятая. И вторая. Раз, два. Есть! Ключ! Зеленый! Синтезатор. Открываем красивый, зеленый. Красивый, да? Открываем зеленую дверь. Давай. Вот, зеленый ключик у нас есть. Открываем. И... Давай посмотрим, что здесь. Ножницы нам пригодятся. Больше ничего здесь вот, нет. Давай вот это вот рядом с коробочкой фиолетовой. Вот это? Да. Это логическая задача. Так. Это очень длинная логическая задача. Давайте ее на ускоренном посмотрим. И 13, 14, 15. Есть, ребята. Yeah. Мы решили эту задачку и... Ключик-то дайте нам. Это не ключик, это что? Это ломик, ребята. Видимо, что-то взламывать ломиком. Столько трудов потратили. Целых 2 минуты. Но справились. Так. А знаешь, что это похоже? Смотри, ключик заморожен. Знаешь, что это похоже? Что? На лапу собаки. На лапу собаки, да? Одетый в футболке. О, подожди, вот у нас есть ключик. Давай его, он во льду, видишь? Давай его на батарею положим. Есть! Мы с тобой... В воде ключ! В воде, о! В банке. Ага, так, он на дне. Значит, возьмем кружку, поставим сюда. Эй, кружку сюда. Да что такое? Кружку. А, она набрала, она наполненная уже, да? Кружку и сюда. Вот, теперь мы ее опять включаем краник. Кружку сюда. Наполнена. Кружку теперь сюда. Отлично. Кружку в краник. Кружку сюда. Ну, в бутылку, я же говорю, в бутылку. Вот. И есть еще один ключик. Давай два замочка откроем. Давай. Так, синий. Интересно, что это? И желтый. Желтый. Вот. Осталось совсем что немножко. Совсем немножко, чувачок. Еще один кот какой-то. А, вот, ножницы, смотри. Не шутка. И у него ключик забираем. Давай откроем розовый замочек. Ключик. Смотри, здесь какой-то серенький еще есть. Кто есть? Замочек. О, фрукты мы забрали из картины. Зачем? А вот блендер есть. Давай в блендер фрукты поместим. Зачем из картины забирать фрукты? Ну, я не знаю, такое тут изобретение. Бум, и мы получаем оранжевый ключ, ура. Какой-то изобретение. Оранжевый замочек. Ой, ключиком, конечно же. Я просто по замочку треснул, думал, откроется. Не открылось. Так, здесь мы тоже... Совсем-совсем немножко. Здесь вот для чего-то сыр и колбаса. Интересно, для чего? А в морозилку давай заглянем. В морозилке уже пусто. Шкафчик закрыт. Ломик, шкафчик, ломик, шкафчик, ломик. А, это и так открывалось. Ломик, этот, нет. Ломик, о, открывашка есть. О, банки. Смотри, открывашка в банку. Да, открываем, ребята, смотрим, что в банке. В банке ничего нету. Следующую банку. Мы сейчас все банки откроем с тобой, да? По-любому будет в последней. Можно по-любому тыкать и будет только в последней. Это закон такой есть, ребята. Да, все. И ключ, отлично.
открываем. Фиолетовый. Осталось немножко. Красный и серый. И кодовый замок. Да. Здесь шкафчик открывается? Нет. Открывается? Нет. И нет. Вообще, зачем заперли все? О, головоломка. Нам надо переставить пирамидку вон туда. Хм. Так. А обратно? Ага. Ага, я понял. Короче, надо пирамидку ставить. Можно ставить только на что-то новое. Такое. Чик. О. Ой-ой-ой-ой. Ага, вот и переставляем это сюда. И бац. И чпок. Все, отлично. Мы сделали это. Сделали. Красный ключ. Ура. Открываем, открываем скорей. Классный. Мне нравится эта игра. Да, она кому классная. Кому тоже нравится, ставьте лайк. Вообще, пластилиновые игры мы с тобой еще никогда не играли. Никогда. Ни с Маргаритой, ни а с... А я просто вот так вот ставлю лайк. Опа, а здесь что такое? Сто, это по один, кругу. 153, 852. Не, не сработало. Угу. Так, значит, все по кругу здесь, да? Мы вроде все пощелкали. Воду выключим. Шкафчики. Ты включил. Так, может, плитки работают? Пап, ты включил воду. Выключаю, выключаю. Так, плитка работает. Сыр и колбаса просто подпрыгивают. Надо, наверное, что-то взять. Прыгают, прыгают. Да. Под подушкой, смотри, какая-то штуковина. 94-27. 94-27, скорее. 94-27. Да! Yes! Остался один замок. Последний. Замок. Ищем, ключ. Ищем. Ключ. Где ты? Где ты? Ключи, ключи, ключи. Где ты? Где ты? Может быть, под подними? Подушкой. Да что такое? Где ж ты? Что это такое? А, это логическая игра. Нам надо, получается, сделать, чтобы все были зажженными. Зелеными. Интересно, а как это? Ну, давайте опять на ускоренном, ребят. Может, а пока непонятно, что тут делать. И последний удар. О, есть. Так быстро! Молодцы, отлично. Ну, есть ключ! Пошли открывать желтый? Дверь. Как так? Не знаю. Кто хочет получить сердечко от канала, ответь на задание. Друзья, сегодня задание очень простое для тех, кто смотрел это видео. Первое. Откуда мы взяли радужный ключ? И второе. Откуда мы взяли голубой ключ? Все. И ваше имя. Да, ваше имя. Не забудьте. Первые попадут в следующей серии. Все получат сердечко от канала. Вперед за сердечками. Пишите комментарии. Желтый должен ключ. Быть серый. А, все равно подошел. Yes. И ломик, ломик. Есть! Чувак, иди в туалет! Yes. Чудик! Вот мы открыли заветную дверь. И за дверью еще долго раздавались странные звуки. Ну, конечно, у него живот очень сильно болел. Спасибо за то, что играл. Это заняло у тебя примерно 16 минут. Ребята, мы за 16 минут прошли всю игру. Вот и все. Хочешь продолжение? Поставь игре 5 звезд. Только так мы поймем, что игра тебе понравилась. Друзья, давайте вы вместе с нами. Давайте наберем как можно больше лайков, чтобы производитель продолжил эту игру. Он увидит, как вы много лайков поставили и скажет: на канале Папа Дочки Геймс столько лайков, ребята, наставили. Надо продолжить игру. По-любому, да? Да. Ну, а вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Ариша. Подписывайтесь на наш канал, советуйте нас своим друзьям, посмотрите еще наши видео. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока-пока. Всем радужного настроения, всем кексики и компотики, всем пока-пока.